Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Эволюция голодной акулы». Вооружить. То есть я могу комплект. Рифовый акуленок, акула-убийца, детеныш пирата, новинка. О, не-не-не-не-не, не хочу. Так, что у нас здесь? Первый день, 500 монет. Получить. Допустим. Ясно. Это все закрываем. Играть. Тут у нас дофига чего, ребята, закрыто, не знаю почему. Треснувший лед. Врезайтесь в лед, чтобы его пробивать. Допустим. Так, 15 сокровищ спрятано по всему подводному миру. Так. Пирушка, ё-моё. А кто-то мог сомневаться, что тут не будет пирушки у меня. Маленькая-маленькая пока акула у нас тут с тобой. Как она замечательно хрустит, а, ребят. Как будто печенька на зубах, да, захрустила. Так, черепаха, иди сюда. Я тебя хочу съесть. Угу. О, водолазик. Замечательный водолазик. Друзья мои, меня взял водолазик этот и наказал. Урок плавания. Угу. Я учту. Так, давай попытка номер два. Ну, ребят, я не знал, что какой-то вшивый водолаз может меня просто-напросто наказать. Ты понимаешь, да? Большая белая акула. Перебьюсь. Перебьюсь и без большой белой акулы. Так, у нас с тобой что-то там облачное сохранение идет. Ладно, то пускай так. Ага, здесь есть, короче, у нас обычные, да, и такие же золотые, как в голодных драконах. В общем, буду знать, что мне пока туда лезть рано, на этих водолазов несчастных. Будем тут с тобой на мелководье плескаться, жизнью, так сказать, наслаждаться. Ой, иди ты, вот прицепился. Вот же, ребята, а, как бывает. А что там написано, нажмите куда? Что-то нажать было написано на акулу, что ли? Погоди, вот опять что-то было написано. Нужна акула побольше. Для чего? Для чего вам нужна акула побольше? Ладно, я, конечно, не гордый. Я попробую свою акулку здесь прокачать. Ух, пирушка. Ну, иди сюда. Подожди, какие птички под водой зачирикли. Вы че, ребята? Опа, бутыль. Что написано? Очень много чего. Ой, а, слушай, тут я его съел, ребята. А почему же там не мог съесть? Иди сюда, акула. Смотри-ка, как их тут, а. Так. Ну-ка, рыбка. Схомячили мы ее. А-а-а, да как же он... Друзья мои, ну как, я его не увидел, ё-моё. Он взял просто из-под тишка, прикинь. Так, рифовая акула. А что это у нас такое копится, вот это вот? А? Вот это вот, видишь? Если я, предположим, заполню все это, и что будет? Должно что-то, какая-то эволюция, наверное, произойти. Зубопомрачительная скидка. А, я думал, это акула так называется. То есть вот это вот все... Ох, ё-моё. Это вот столько будет здесь акул? Ну, это круто, на самом деле, ребята. Чем больше в играх всяких там, как это сказать, эволюции, да, трансформации, тем больше всего мне это нравится. Вообще, я обожаю игры, где много-много всего происходит. Пирушка. Пир на весь мир. Прям вот на весь мир. Так. Ай-яй-яй. Медузы нельзя, короче, да, есть, я понял. Ух ты. Ты видел, как я там пеликашек чуть было не захавал. Оу. Ух, вот это серфинг по суше. Нормально, да, так выплыли с тобой. Захавали людишек. Так, мы опять. Ты посмотри, она вот за мной охотится, эта тюленька. Ну и как вот мне против нее драться? Как мне быть? Объясни мне, пожалуйста. Ага.
Написано, иди вниз, типа, спустись. Вот он опять, да? Я даже, ребята, ничего не смог сделать, понимаешь? Даже не мог двинуться, блин. И, как бы, ну, там, урвать, там, или куда-то рвануть, сигануть. Нет, ребята, просто застрял на месте, и все, и стоит как... болтус. Хм. Слушай, а для чего мы с тобой монеты вот эти собираем? Если у нас идет отдельный опыт. Шляпа-ватрушка. Да иди ты знаешь, куда со своей шляпой? Ватрушкой. Где вот эти вот сокровища, которые разбросаны по всему подводному миру? Где я их должен найти? Скажи мне, пожалуйста. Тут нету какого-то там, сказать, ориентира, карты или еще что-нибудь, да? На ощупь, ё-моё. А, я, кажется, понял, ребята. Мы должны с вами откормить эту акулку. Для того, чтобы, наверное, покинуть этот мир. Этот мир так звучит, как будто мы собираемся навсегда отсюда вообще уходить. Обжорство рыбный. О-о-о-о-о-о-о. Ну, давай. Так, господи, почему? Золотомания. Какая золотомания? Что еще за золотомания? Я не понял, ребят. Я вижу, что вот у меня пирушка идет. Это, да, это я замечаю. Тюлени, наверное, тут опять будут, да, ко мне приставать. А тут люди будут? В тот раз были. Вот они. Эй, ребята, не могу. Да что ж ты не выпрыгиваешь-то, а? Смотри, здесь она. Может быть, надо вот так вот как-нибудь. Подожди, а почему... почему у нас кровь идет? Или это не у нас? Ах ты, гаденыш мелкий, а? Море витаминов. Ага, прям аж океан. Миссия завершена, 2 из 9. Это что такое, ребят? Черепаха куда поплыла? Ну, вернись. Вот с той стороны, по-моему, безопасно, ребят, плавать. Вот как сюда только идем. Вот он, гаденыш этот. С ножичком попался, наконец-то. Ну, я так понимаю, он здесь не один. И здесь несколько этих водолазов. Так, это что такое? Ух ты. Лента, обертка, все такое. И к чему? Бонус увеличен. А-тя-тя-тя-тя. Тихо-тихо. Ну-ка, родной. Замечательно. Суши-роллы. Базара нет. Так, вот еще бы вот тех так наказать бы, да, ребята, было бы круто. Опа, людоед. Слушай, подожди, а вот это вот... а как мне эту лодку съесть? А, она, видимо, как бы вдалеке, да? Давай, давай. Почему они не хотят... ну-ка, может быть... да не могу я ничего сделать, и все. Все-таки поймал. Поймал, ребята, я эту квазимоду. Слушай, мы еще не слишком большие, да? Я не смогу съесть этих морских котиков, или как там величать. Тюлени. Черепаха, иди сюда. Тортила, я сказал, иди сюда. Мне кажется, у меня скоро здесь рыба закончится. И мне нечего будет есть. Ну тут тупик. А что тогда делать? Мне нужно идти туда, где тюлени. Блин, ну там же опасно. Это что за морской... ага! Ну ты посмотри. Так, быстро-быстро-быстро перекусываем. Рыба-рыба-рыба, иди сюда. Стайка. Стайка никчемных рыбок. Хавал. Это тоже съел. А вот это что, ребята, за шкала идет? Видишь, вот это вот? Там что, мор... ах ты, гаденыш. Что это такое? Вот это что такое плавать, ребят, смотри. Да ты цепись от меня. Опа.
Ё-моё. Я думал, что он просто как бы катается на лодочке. Он действительно на акуле был. Нифига себе, новое достижение. Спец по выживанию. То есть мне остается совсем чуть-чуть, ребятушки. Так, поехали. Некогда. Так, монеты и самоцветы. Треснувший лед. Лучший результат. 7205 звездочек. Укус. А, тут еще и укус прокачивается. Что-то я не заметил, чтобы у меня прокачивался укус. Ну где вы тут? Где вы, мясо? Черепаха. Попалась. Так, где этот водолаз, который постоянно меня здесь ловит? Я его не вижу. Но он должен быть где-то здесь. Нутром чую. Но не вижу. Ой! Это опасно, ребята. Рыбка, да, получается? Ее лучше не трогать. Во-во-во-во-во-во. Слушай, так там акула-то меньше меня. Почему они... Может быть, то, что они стаи нападают. Может быть, из-за этого? Так, что это я у нас? Вниз я спускаюсь. Тут, наверное, опасно. Чего? Ой-ой-ой-ой, ребята, из-за давления надо всплывать. Моя акула слишком, наверное, маленькая еще, да? Не способна выдерживать такие нагрузки. Куда ты укус мне делаешь, а? Так, тут все четенько. Тут все прекрасно. Давай вот так вот сделаем. Сейчас, наверное, опять давление будет, да? Скорее всего, сейчас опять... Да-да-да-да-да, ребят. Надо всплывать. Пока не поздно. А чтобы всплыть, мне нужно... Блин. Мне нужно вернуться. Опа, яйцо опять. Пасхальные яйца какие-то мы с тобой тут находим. Да что... О, золотомания. Ну, золотомания. Причем здесь уху? Это же сова. Сова, ребята, ухукает, как будто я, знаешь, не под водой плаваю, а где-то в лесу шоркаюсь. Вот такое вот ощущение. Так, тихо, морские котики. Нафиг их. Ать, чуть было опять не напоролся. Что-то 5 за день. Что 5 за день? Рыбок съел я 5 за день. Так, я больше съел, чем 5. Давай-ка тут вот. Ать. Это так и норовит, да, чтобы я ее поймал. Прям вот кружится здесь. Рядом со мной. Ой. Ты видел? Скат, оказывается. Ага, ага. Да ну. Я, блин, я в шоке. Я даже не мог ничего сделать. Не вырваться ничего. Он как прицепился к тебе, и все. И так до последнего, а. Так, ребята, еще чуть-чуть осталось. Я просто хочу посмотреть, что у нас будет, когда мы с тобой наберем 10 этапов. Я думаю, тебе тоже интересно, наверное, глянуть, да? Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Да не надо мне ваше, блин, спецпредложение. Можете вы отстать от меня своим спецпредложением дурацким? Я и без него как бы неплохо плаваю. Сейчас, знаешь, что я буду делать? Наверное, все-таки на поверхности. Там выгоднее. Вот тут выгоднее плавать. Ну-ка. Так, надо еще разок попробовать. А, пробел у нас, значит, прыжок получается, да? Все, я понял. Вот так вот. Свободная полоса. А видишь, у нас вот это вот копится. Когда мы с тобой собираем очень много монеток, у нас с тобой копится... Ой! Твою же... Иди сюда. Пирушка. У нас с тобой копится нижняя вот эта вот полоска. Так, крабики, 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 куда вы? Куда вы, мои родные, убегаете от папочки? Иди сюда. Обожаю, когда вот так вот... Ну? Нет, вниз что-то мне неохота. Иди сюда. Где этот водолаз?
паршивый, который... Так, подожди, я чё? Опять. А стайки обязательно нужно вот эти все доедать? Или не обязательно? Пирушка. Вот он. Ага. Дохрюкался. Черепаха, иди сюда. Тихо-тихо-тихо. Дай-ка я перекушу. Так, эту рыбу трогать я нафиг не хочу, потому что она... Вот я все съел, ага. Рэдовый, что там? Ух ты, куда? А почему? Где там это? Во. Замечательно. Ох, с таким хрустом. Как будто чипсинку, да? Скушал на завтрак. Так, ладно. Сейчас мы с тобой сделаем бонус по золотой лихорадке, я так понимаю, да? Коралловый вор. Так, секундочку. Где у нас тут? Вот они. Ну. И опять, вот опять, ребята, смотри, видишь, застревает. Он ничего вообще не делает. Пирушка. Нужна акула побольше, я понял. А ну-ка, черепаха тортила, иди сюда. Где эти морские котики? Так, морских котиков не вижу. Вижу черепаху. Опа, бутылочка. Ой, это мина. Подводная, ребята. Скат, отвалит меня. Так, там морские котики. Я хочу быть таким большим, чтобы хотя бы морских котиков наказывать. То есть, когда мы с тобой заполняем вот эту вот шкалу, ребята, нижнюю, где монетка нарисована, у нас становится с тобой золотая лихорадка. Ага, захотел меня схавать. Типа я тебя не видел. Захрустел, так. Рифовый рейдер. Все, вдребезги тут. Блин, я не могу опуститься вниз, ну, на самое дно, ребят, потому что моя акулка пока еще маленькая, она не выдерживает, там было написано давление, понимаешь ли, ее колбасит. Ать, жаробасина, повезло тебе, просто повезло. Так, сейчас будем с тобой здесь вот подтихаря выслеживать. Опа, красавица ты моя. Что, золотая лихорадка опять, да? Я понял. Золотомания. Есть еще какая-нибудь красотка? Да-да-да, кто-то там. Это на яхте. О, пончик. Да что ж ты будешь делать? Ну ничего себе. Пили кашу мы слопали. Вот что я тебе хочу сказать. Слушай, я думаю, что этого уже будет достаточно. Но, по-моему, акула мне... Или кажется, что она подросла, не? И, ё-моё, еще яйцо. Так я попробую вот это вот. Ага. Захавал. Смотри, как там на глубине вдалеке. Ну. Эй. Так, ать. Ой-ой-ой, сколько вас тут. Опасно. Тут мины. Просто куча мин, ребят. Опа. Это типа... Слушай, я что таким маленьким стал вдруг? Погиб от чего? А почему таким тут маленьким стал каким-то? Я не знаю, ребят. Так, 10-й этап. И получен максимальный уровень. И что мне это дает, что я получил максимальный уровень? Скажите-ка мне на милость. Какой мне... Акуламако. Ловкая, быстрее и сильнее рифовой акулы, ей по зубам более агрессивная добыча. Вот оно что. Ее купить надо, да, еще?
Больше не спрашивай. Так, данные акулы. Известно своей ловкостью. Быстрее и сильнее рифовой акулы. Так, ей по зубам понятно. Приобретаем. Купил, друзья мои. Вооружить. Ага, вооружить. 1000, блин. 1000 нужно монет, чтобы вооружить ее. Слушай, смотри-ка, тут вон. Тут, оказывается, есть на плавник, на тело. Новинка, что за билет? Приобретите эти билеты, чтобы получить доступ к Титанику. Какому Титанику? Вы о чем, ребят? Так, ладно, я пойду проверять эту акулу. Акула Мака, что у нее там? Вот это что такое? Кого ест? А, мы можем с тобой есть, короче, уже этих. Так, подожди, а как закрыть-то? Мы можем с тобой теперь есть скатов. Ну, если я правильно понял, да? Скатов и глубоководных рыб. Так, откармливать акулу, чтобы что там? Окей. Так, подожди, по-моему, поменялось. Не? Ты че? Не понял, я не могу что-ли тебя слопать? До сих пор не могу слопать. Что это такое? Вот это что такое, ребят? Вон, смотри, Пикачу. Какой Пикачу еще? Ого. Да цепись ты от меня. Я не могу понять, они что, совсем что ли оборзели все здесь, а? Ну-ну-ну-ну. Ой-ой-ой-ой-ой. Ох, ё-моё, как я тут захомячил, друзья мои. Просто изумительно. Мне так понравилось, а? Прям вот бежал вдоль побережья, наяривал, нахрустивал. Мне понравилось, ну-ка. Оу. Стоп, 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 стоп. Что-то происходит. Это жало тут ко мне. А что за Пикачу? Иди сюда. Не хочет. Ага. Еда на вынос. Правильно, еда на вынос. Так, здесь ничего у нас нету? Вроде бы все тихо, все спокойно. Давай здесь захрустим. Так. Ой. На такую мину напороться не хотелось бы, если честно. Оба-на. Че, золотомания? Да ты будешь всплывать или... Не, ребят, мне аж прям до психоза. Иногда рыба это просто тупит. Опа, опа, опа. Ага, гем. Ну, где, 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 кто? Опять этот, но это уже другая, ребята. Ганнибал. А это еще что они тут делают? А как их, например, тут подбить? Не знаю, ребята. Ого, смотри. А что это такое? Ноль. О-о-о. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, вот это я попал. Вот это я попал. Нифига там, ты видел, что там происходило? Новые, ребята, достижения я получил. Ганнибал. Отлично. Вот это не могу понять, что такое. Так, ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.